25-летний Руслан Талас из Казахстана занял второе место на конкурсе скрипачей в немецком Штутгарте. Участие в престижном международном конкурсе принимали талантливые скрипачи со всего мира в возрасте 28 лет и младше. Первое место заняла скрипачка из Южной Кореи, третье место присудили американцу, второе завоевал Руслан Талас. В 7 лет Руслан поступил в Национальную академию музыки в Астане, затем в Центральную музыкальную школу в Москве. В 2021 году поступил в Лозаннскую академию музыки в Швейцарии. Юноше довелось заниматься в классе легендарной скрипачки современности Янин Янсен. Сегодня Руслан гастролирует по всему миру. В Европе его даже называют казахским Паганини. Имя талантливого казахстанского скрипача известно в Латинской Америке, Европе и США. Он не раз становился лауреатом и дипломантом крупных международных музыкальных конкурсов. Так, в 2022 году Руслан Талас победил в престижном конкурсе World Vision.